По ежегодной традиции в области прошел конкурс исполнителей термем. Атырауское областное управление по развитию языков организовывало проект согласно концепции празднования Наураз, предложенный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и в честь 30-летнего юбилея независимости страны. Подробнее в следующем сюжете. Продолжается популяризация национальных ценностей. Главная цель мероприятия – повышение духа нации, формирование культуры и речи, развитие традиционного поэтического искусства, пропаганда достижения нашей независимости. В конкурсе приняли участие представители молодежи из всех учебных заведений города и районов. Были строго соблюдены все санитарные требования. Наша главная цель – это формирование культуры речи и пропаганда родного языка. Кроме того, мы хотим поддержать молодые таланты, помочь раскрыть их способности. В конкурсе приняли участие 11 человек, большая часть из которых – молодежь. Все участники вносят свой вклад в популяризацию искусства терме. Кто же окажется сильнейшим среди конкурсантов? Этот вопрос волновал многих. Ведь все участники очень талантливые, они ждали этот конкурс целый год. Я родом из села Миялы Кызылкагинского района. Раньше я тоже участвовала в подобных конкурсах. Он имеет большое значение, пропагандирует духовные ценности. Желаю всем участникам удачи. Жюри определило сильнейших. Гран-при выиграла Аймекен Курметкызы из Махамбетского района. Первое место заняла Каракат Джамбылгызы из Индерского района. Второе место Надира Кошымкызы из Атырау. Третье место разделили Аманжан Рашитулы из Макатского района и Ариана Саматкызы из Курмангазинского района. Участникам были вручены дипломы и денежные призы. Такие конкурсы, несомненно, будут способствовать развитию национального искусства. Махмуджанар Сагынышкызы, телеканал Атырау.